Выбираете профессию программиста, дизайнера, маркетолога или разработчика игр? Смотрите на нашем сайте бесплатные видеоуроки по данным темам. Ссылка под роликом. Здорово. Какой у тебя самый нелюбимый герой, из которых ты играл и почему? Не знаю, я не играю на нелюбимых героях. Ну, типа, я играю только на тех героях, на которых мне нравится играть. Я на нелюбимых героях не играю, я не вижу смысла играть в доту на герои, на котором тебе не нравится играть. Ну в чем смысл? Я ж не мазохист, понимаешь, чтобы играть и рыгать. Да, Свен на миде, это стрим-снайпер, я просто вчера на Свене в миде стоял, или позавчера, помните? И тут внезапно ко мне Свен на мид приходит. Как это объяснить? Через год плюс слеж биток упадет до 10к. Потом еще через 2 года можно будет вкусно продать. Бери на заметку. Удачного стрима. Ну, я пока... Просто, я жрю, биток спрогнозировать нельзя. То есть ты не можешь знать, а вдруг он не упадет. Ну, типа, а понятно, что когда корона закончится, он, скорее всего, будет падать. Но, я жрю, по логике, да, он должен упасть. Но, я жрю, непонятно, что будет. Потому что никто не думал, что он вообще взлетит, понимаешь? Я помню, ты зарандомил Бруду со словами «Какая разница, на чем лужать?» Было примерно 5500 ПТС, ну, было. Когда у тебя был лустрик в районе 1015, тебя выебали на миды тернул стрим. Я не на миде стоял. Я помню, что я рандомил Бруду, потому что когда ты проебал 16 игр подряд, и в каждой игре у тебя все тиммейты по 0.10, тебе похуй на ком играть, я зарандомил Бруду и пошел в харду. Я помню, тогда против меня было 5 стрим-снайперов, которые взяли... против меня стояла Легионка, на миде стоял Кунка, я эту игру помню, кстати, потому что, ну, это единственная моя игра в жизни на Бруде была. Я ее не могу забыть, очевидно. У врагов был спиритбрейкер, который за мной бегал всю игру, начиная со второго левела. Я вот не помню, что у них за герои еще были. Вот трех героев помню. Блять, какие шанлаки, ну за что? Никто. Просто за что мне так не везет, объясни. Чтобы он в аду горел. Что я не так сделал, например? Мало того. Просто что я не так сделал? Почему мне так не везет? Ну ебать. Хорош, я увел запасы. Просто почему мне так не везет? Это просто пиздец. Сори, Меледикта нету. Да ничего, нормально. Меледикта, нету. Блять, разъебал Свена на миде, нет, блять. Анлаки просто, ну, максимально не повезло. Маны нету, блять. А, ну ты сам можешь, я думаю. Ну один удар, блять. Ну пожалуйста, блядь. Почему мне так не везет? Ну, ну пожалуйста, блять. Ну что я не так делаю? Помоги, брат. И тут не повезло. Не, забей. Не моя игра. Мог. Во всех моментах анлаки. Просто в каждом. Такие игры бывают, но это пиздец. Просто все моменты везде не повезло. Вот есть 10 моментов, в них 50 на 50. Либо везет, либо нет. Во всех не везет. Ебать вообще. Только и могут, что гангать меня. Help. На скилле, нахуй. Pure skill, блять. 0-0 удачи. Просто ебу на скиллухе. Нахуй, сынки. Да-да-да-да-да, давайте в пятером мид стойте. Все правильно. Да я просто разъебал. Всегда вот так должен играть. Нет бы хоть раз повезло, чтобы не от меня зависело что-то. Там ДДху, чтобы я нашел. Чтобы ко мне кто-то гангать пришел из команды там. Чтобы повезло хоть раз. Не, хуй. Может баунти или крысу опять, блять. О, повезло. А как? И нахуй ты его сейвишь, блядь, я ж тебя уебу сейчас. Ага, блядь. А почему в миде трипла? Можно узнать? Что не так? Парни, заняться нечем в игре или чё? Underlord 11. У меня 11. У Underlord тоже 11 с харды. Короче, у меня такое ощущение, что врагов больше, чем союзников. Просто, типа, они постоянно втроем где-то ебут, а у нас никого нету. Попал? Давай, давай, давай. Ну шо? А в кого орех полетел? Почему он полетел в Рубика? Кто может объяснить, что не так? Опять. Да нет. Паул делать не хотел. Бля, ну их постоянно трое, четверо, ебать. У нас кого-то не хватает.
Кто там общается? Что там? Ну, понял, чувак на Enigma будет играть вообще? Уже 11 левел. Бля, как же врагов много в этой игре. Лансер играет в ЦМ. Да нет, тут ГГ. 0-3-0 на лансере, умирает от всех. Воу, подеремся, пожалуйста. Нажмите кнопки. Да, я говорю, давайте. Ебать, это баганая сетка, я не знаю, когда пофиксят. Просто она не вяжет. Блять, такие анлаки, пизду, не хочу драться больше. Все, подрались, хватит. Сетка просто не связывает. Хотя я даю ее идеально. Но я надеюсь, они баг с сеткой пофиксят. И как и команду врага пофиксят тоже. Потому что я заебался играть 1-5. Просто враги постоянно, их трое, четверо, пятеро. У нас нету двух героев. Чувак на Enigma АФК, чувак на лансере АФК, но давай, при этом давай. Он еще фидит по КД. То есть, типа, мы играем 3-5. С отфидом на боковых лайнах. Свен, пойди, умрет. Наконец-то враг в соло ходит. О! Поймал, ебать, не пробагало. И на том спасибо. Рубик тут. И Андерлорд тут. Они все идут, уходим. Ебать, там против меня 5 стрим-снайперов. Постоянно 3-5 телепортов идут, сука. Так, кура, иди нахуй. Нашла, когда прилететь. Умри, блядь. Сэмпл будет крутить? На скилле. Высочайший скилл. Соло. Блядь, даже сквозь баги ебу. Чувак, это заебало. На скилле. Дабл клип. Топовый скилл. Да, стер меня. Ухожу, 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 ухожу. Отъебитесь, 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 отъебитесь. Я Андерлорда убить, да. Я так и знал. Неспроста. А можно мне поиграть, чтобы я не был в этой хуйне, блядь? Ну я развел цемку на ульт, нормально. Кстати, как я тут умер? А, я тут там лох. Свен лоу хп. Да-да-да, Свен сзади, аккуратно. Меня тупо арестовали в эту шляпу, и я из нее не выбрался. Что там лансер? Снизу, нормально. Ломай на лансере, ломай. Похуй на мид, тир 3 будем только дефать. Enigma, не проеби блэкхол, не нужно. Не, шансы у нас есть небольшие, процента 3 на победу имеется. С таким лансером, дай бог, сейчас если затянем минут на 50, плюс манта, плюс какая-то тараска, не тараска, и можно попробовать. Короче, скажем так, у нас процента 3 при условии, что Enigma прыгнет и даст блэкхол хороший. Просто проблема то, что урона не хватит убить даже в блэкхоле. У меня урона не так много, и для того, чтобы у меня было больше урона, мне еще фармить и фармить. Потому что фраги я не могу делать в соло, то есть, а урона у нас нету. Не, ну от дефа мы можем играть, кстати. Воу темпу. Блять, он умрет по цену. Тоже уебок на лансере. 0.7. 560 еще. Как вот, объясните мне, как дота работает. Почему за уебка 0.7 дают 569 золота? Просто объясните мне. По 560 хуярят постоянно. Как это работает? За что? Почему за него два фрага подряд по 500 дают? Как работает экономика в этой игре? За что дают 500 золота? Он бот. И заметил, что в этом патче Джаггер плюс ДФ плюс Манта плюс Акс лучше, чем Мунир плюс Не дефайте тир 2, только Акс тир 3 играем. Спасибо за донат, я скажу, что после игры отвечу всем, ребят. Спасибо за донаты. Ну нет, ты не должен фармить, брат. Бессмысленный фарм не нужен. Бля, ну мне нельзя скади делать. Потому что у нас урона не хватит. Мне надо идти в Дейдалу сразу и рассчитывать на 3% от блэкхола. Ну, радует, что там дровка, дурачок. Хуйню понасобирал. То есть это дополнительный шанс, но пока не верю. Уж слишком много артефактов у врага. Пимап, пимап. Стан. Блять, на Enigma просто стан дать надо, и все. Просто дать блядский стан. Он не может дать блядский стан на Enigma. Хорош. Зато блэкхол блядский дал. На скилле. Камбэк. Вот и камбэк. Вот и камбэк. БКБ на Андерлорде. Здравствуйте. А вот и вражеский блэкхол. Сука, сори, парни, сори. Успел у меня как-то украсть.
Блять, сетка. Хотя я еще Малифей сдавал. Пожалуйста, убеги. Сливы глухого. С этой хуйни. Убегай, убегай, убегай. Ой, блядь. А, качок, уходи, нас ебать идут. Ты, да, старайся после Блэкхола как-то. Ты я давал, он сразу понял, он да, сразу я понял, меня. понял. Не, ну там тяжело, потому что это Рубик. Да. Без клипа. 0.8. Фу, блин, ну не, прикольная катка. Нормально. Никто не говорил, что будет легко, правильно? Бля, вот это поле бесячее вообще, на самом деле. Под 7 минута, что мне надо? Мы сейчас должны пойти Рошана убить, в моем понимании доты. Мы должны пойти уебать Рошана. Иди заканчивай, тут герой. Иллюзия, наверное, иллюзия, думаю. Иллюзия. Просто там Андерлорд с БКБ. Вы давно видели Андерлорда с БКБ? Я вообще очень давно его видел. Тут просто Андерлорд с БКБ. 17 секунд что с ним делать? Нарошу. Нарошу, ребята, было у меня Блэкхол. Я не спал двое суток. Я потерялся во времени. Я люблю играть в игры. Майнкрафт, моя жизнь! Бристол, забайте. Спасибо за донат. Сука, блядь. У Рубика был Блэкхол. Я дал, типа. У Рубика был Блэкхол КД, если что. Меня видно тут? Блядь. Я убежал, потому что у меня ебало трещит. Мне БКБ нужно срочно. Пускай она убили. Нормально. Инвиз прокнул. Инвиз хорошо прокнул сейчас. Я тупо и выжил, еще и в туза зашел с цемки 350 золота снял. Спасибо за 500, братик. Очень странная голосовуха. Ну, а Его у дровки, хоть не у Свена. Хотя, опять же, дровки лучше, чем Свену. Рубика был холл, будет еще сейчас. А ну, а... 1.10, 1.9. Не, ну все, вражина у лансера есть. Вы за мной идете, я же вам не нужен, правильно? Зачем я вам нужен на белке, это несчастный. Пацаны, дефайте там поле, ковер постелите, что-нибудь, не деритесь. За раундом. Я видел, Бристлбэк вышел с базы, дроп. А, не дерутся вне базы, я понял. Ну, гений. Ну, я дофармливал Дейдалус и сплитил низ. Я им дал инфу, чтобы они не дрались. Что не понимаю. Ребят, я подхожу, но я далеко. То есть вы зря вышли с базы. Мы проебываем, вы вышли с базы драться. В чем смысл? То есть вы деретесь вот тут, когда мы у них Аегис. Зачем? Блять. БКБ, 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 шечка. Лансер сейчас везде получит. Вот это лансер был, знакомьтесь. С байбека, который. 2.11. Ебать команда, 2.11, 1.11. Как жить? Я стараюсь откидываться как мог. То есть это крит был 830 по ЦМке, чтобы вы понимали. Это я еще кританул. А как он сдал стан и не полетел? Он что, аганим был это, блядь? Свена уебав.
припиздивс. Бля, у меня урона просто не хватает. Они уже настолько жирные, что просто не, нету дэмэджа, чтобы их убить. Блять, Энигма, ну что, пожалуйста. Бля, у него Black Hole есть, он просто очкует его давать. Серьезно? То есть теперь ты прыгнул. Бля, ну я дефую как могу, я не знаю, просто сражаюсь. Ну, сука. Они такие плотные. Там армора очень много, видите. Вот, поймал. Ну, блядь, все на этом, да? Если прожал. Уёбаем. Ну, что я могу сделать? Я не могу прыгнуть, меня собьются. Да это понятно, это понятно. Робик сзади. Шоу Лансера, не пузаю, и все, да? О, подожди, Лансер. Да, бегом с тобой потом. Я бегу. Да не, это позорище, это не Лансер, это Лида, ебать. Просто мне не хватает урона даже с Дейдалуса. То есть я не представляю, что я должен сделать, чтобы убить его. А там еще Андерлорд, который срезает урон. То есть тут 42 армора. Здесь, блядь, еще больше. Здесь 17 плюс у Свена третий скилл. Да нет, убежал. Ну, убила Вегас, это хорошо, но... Бестлбэк без ничего у нас. Вот Сэнка прыгнула. Молодых задушить. Ай, блядь. Задушила. Ну, пацаны, мы старались. Спасибо за игру. Да нет, тут с начала игры понятно было, что ну, не выиграть. С Лансеру спасибо. Да-да, есть такое. С таким Лансером, к сожалению, не выиграть. Давай, удачи тебе в ЛП. Да за шо ЛП? Ему и так хуёво. Не, враги молодцы. Враги очень потно играют, ходят в пятером. Там все. Ну, вы видели, на миде трипла стабильно. При этом лансер 0-10. Это не выигрывает. Надо, блядь. Ай, 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 не дали сетку дать. Спасибо за игру. Хорош. Тут и враги хорошо сыграли, и при этом лансер максимально хуёвый был. Так, поражение. Кстати, у меня на белке уже 2 поражения подряд. Пока тяжело на ней выиграть. Мне что-то на ней керри не прокает. Просто 2 раза мне керри максимально не прокает. И на белке, видите, тяжело быть мейн керри команды. То есть белка вносит урон, когда ты покупаешь Дейдалус, и там особенно если у тебя 25 левел, ты с первого скилла очень много урона наносишь. Но как мейн керри белка не тащит. То есть это такой мидер вспомогательный керри, да, который дохуя дамажит, но у тебя все равно должен быть мейн керри, который будет наносить основной урон. А ты там под шумок чисто сетку, там орешек накинул и всех разъебал. То есть, если мейн керри нету, то белка проигрывает. Причем я на белке точно так же проиграл позавчера или позапозавчера, короче, 2 дня назад, была похожая катка. То есть, типа, керри 2.12, 0.10 и фулл урон вынужден я наносить, но его не хватает. Плюс, тут опять же, тут пик был жесткий. Свен, который третьим скиллом бафает армор, дровка, у нее 30 армора своего... Андерлорд, у которого тоже миллиард армора и плюс-минус урон делает. То есть я их просто пробить не мог. Я сейчас с Дейдалуса по ЦМ-ке крит прокнул 800, а у нее отнялось чисто вот писечка хп. Поэтому тут без аутов.